Спонсор этого видео – мой телеграм-канал. Подпишитесь, чтобы не потерять меня. Приятного просмотра. В сегодняшнем видео, чуваки, у нас 20 девушек против Lil Pump. Как ты себя чувствуешь, чувак? Нормас. Мы сегодня в Майами, чуваки. И у нас тут Lil Pump против 20 девушек. Я хочу спросить, а у тебя было когда-нибудь что-нибудь подобное? Не, такого не было. Мы привели вам много красивых девушек в Майами. Как думаешь, тут есть премиум? Конечно, думаю, есть. Сколько нам нужно набрать на этом видосе? Где-то 300 тысяч. 300 тысяч? 300к. 300 тысяч, короче. Или нет, давай полмиллиона. И мы сделаем что-нибудь еще, да? Короче, если вы набираете полмиллиона, мы замутим с ним что-нибудь еще. Так что мы начинаем. Первый раунд будет основан на первом впечатлении, на запахе, касании. Крутяк? Да, круто. Погнали. Так вот, как я уже сказал, первый раунд будет основан на запахе, на первом впечатлении, понимаешь? Так что тебе нужно будет определить, нравится ли тебе девушка по запаху. Понимаешь, в чем я? Ты можешь просто коснуться ее и посмотреть, что будет происходить. Окей. Представляю первую леди. Привет. Здорово. Здравствуй. Как тебя зовут? Элли Дэвис. Откуда ты? Я из Австралии. Я только что приехал из Австралии. И как тебе там? Где ты был? Сидни, Мельбурн, какой-то другой город еще, в котором я был. Голд Кост? Да, Голд Кост. Да, приятно, он хороший. Мельбурн. Да. Крутяк. Да, крутяк. Что там делал? Я где-то провел 6-7 концертов там. Хорошо, понятно. И где тебе больше всего понравилось? Мельбурн, наверное. Я оттуда родом. Мельбурн. В первом раунде мы определяем по запаху и осязанию, ребят, так что... А, да, точно, я забыл. О, боже. Она хорошо пахнет. Да, он проходит. Здорово, как тебя зовут? Меня зовут Куки. Куки, приятно познакомиться с тобой. Мне тоже приятно. Откуда ты? Из Сан-Диего. Сан-Диего? Угу. Нормально, нормально. Я уже 6 часов торчу в бассейне, так что... Окей. Как тебе? Шикарно. Шикарно? Это да или нет? Да. Ты действительно была на пляже? Да. Привет. Как ты? Ну так, тусуюсь. Как тебя зовут? Делайла Даггер. Делайла? Делайла. Крутяк. Да. Откуда ты? Детройт. Из Детройта? Нормально, нормально. Да. Давай-ка посмотрим, как она пахнет. Это был долгий день. И что ты скажешь? Да. Привет. Здорово, здорово. Как твои дела? Хорошо, у тебя? Тоже. Как тебя зовут? Ара. Ара Куинбэй. Ара Куинбэй? Я что, звучу вот так? Не. Я родилась в Иране, но выросла в Канаде. А ты откуда? Нормально. Я колумбиец, но я родился здесь. Хорошо. Да. Это пахнет здорово. Тебе понравилось? Да. Чё это за тип такой? Можешь повернуться на 360? Чёрт возьми. Вау, вау. Ты хочешь потрогать это? Ну, давай-ка. Чёрт возьми. Она настоящая. Никакого силикона. Она проходит. Она реально настоящая? Привет. Как ты? Привет, я Жасмин. Приятно познакомиться с тобой. Мне тоже приятно. Откуда ты? Сан-Диего. Сан-Диего? Ты когда-нибудь был там? Да, дважды. Не хочешь уже понюхать меня? Ну, давай-ка. Да, давай понюхай. Наверное, пахнет как солнцезащитный крем. Да. Да? Да или нет? Нет. Эй, привет. Здорово, здорово. Как тебя зовут? Зови меня куколка из Майами. Это мой никнейм. Куколка из Майами? Да, ты мог меня так звать. Да, неплохо, неплохо. Так и есть, Майами. Нормально, нормально. Давай-ка проведем тест на запах. Хорошо. Это немного неловко. Ладненько. Ага. Вот так вот. Привет, как дела? Привет. Здорово, как ты? Меня зовут Зои. Рада познакомиться с тобой. Мне тоже приятно. Откуда ты? Я из Венесуэлы. А ты? Колумбия. Колумбия? Хорошо, мы довольно близко. А откуда же ее рэпа? Из Колумбии или Венесуэлы? Из Колумбии. Рэпа из Колумбии? Да, так точно. Хочешь понюхать? Люди говорят, что я пахну клубникой. Да ну, слушай. Это безумие, но оно так и есть. Так и есть? Да. Она явно прошла тест. Привет. Здорово, здорово. Как тебя зовут? Джесс. Джесс, откуда ты? Я из Северной Каролины. Так, ты из Северной Каролины? Да. Нормально. Хочешь обнять меня и понюхать или как? Да. Я думаю, это будет лучше, чем просто понюхать. Хорошо. Повернись-ка. Чёрт! Подожди-ка, сделай это еще раз. Хорошо. Да, я вот такая. Ты прошла тест. Спасибо. Воу. Привет. Привет, привет, привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лорен. А твое настоящее имя? Меня зовут Пан. Приятно познакомиться с тобой. Да, мне тоже. Как у тебя дела? Хорошо, у тебя? Хорошо. Я только приехал из Кали. Из Кали? Да. Нормально, нормально. А ты откуда? Майами. Мои родители из Колумбии. О, круто. Я испанка и итальянка. Крутяк, это отличная смесь. Только проведем тест на запах. Давай. С тобой. Ладно. Ты проходишь, короче.
Привет, как дела? Здорово. Хорошо, а у тебя как? Хорошо. Откуда ты родом? Я из Калифорнии. Из какой части? Фресно. Я только что переехал сюда, так что... Крутяк, крутяк. А ты откуда? Я из Колумбии. Круто. Я из Майами, я здесь родился. Хорошо, ты хочешь поехать мне? Да, давай сделаем это. От тебя хорошо пахнет. Хорошо. Дай-ка посмотрю. У тебя как бы юбка, поэтому я не могу увидеть все, но... Она проходит. Здорово. Привет. Как тебя зовут? Зай. Зай. Приятно познакомиться с тобой. Откуда ты родом? Лена. Элен. Нормально. А ты откуда? Майами. Испанец. А тебе пришло время для теста на запах? Давай ты дам. Она проходит. Привет. Здорово, здорово. Так, как ты? Как тебя зовут? Мэтт. Мэтт, откуда ты? Я из Комптона, Калифорния. Оу. Да, но сейчас я уже здесь около 2 лет живу. Мне нравятся твои татуировки. Да, мне твои нравятся. Гэнг-гэнг. Нам нужно сделать с собой одинаковые татуировки. Да, думаю, надо бы. Повернись-ка. Черт возьми, хорошо. А теперь пришло время для запаха. Ну что, как тебе? От тебя приятно пахнет. Я знаю, спасибо. А что это за... тип духов? У меня есть 2 разных, у меня есть что-то вроде Bed & Body и Валентина. Валентина розовая, которая? Да, да. О, я так и знал. Спасибо. Привет. Привет. Меня зовут Пикен. Приятно познакомиться с тобой. Еще раз, как? Пикен. Пикен. P-I-K-K-N. Хорошо. Это нормально. Это произошло так сложно из-за того, откуда я родом. Откуда ты? Насел богами, но я выросла в округе Броуэрд. Знаешь такой? Оу, нормально. 9-5-4. Что, время для теста на запах? А что, почувствовал, как ты пахнешь? Что это за лосьон? Это не лосьон, а духи. Это духи, окей. А, лосьон, духи, моя ошибка. Она проходит. Привет, как дела? Хорошо, у тебя как? У меня все хорошо, меня зовут Саша Кей. Саша Кей? Откуда ты родом? Я из Брауэрда. А округ Брауэрда, это же, кажется... Да, конечно. Пришло время для теста на запах? Давай. Давай-ка посмотрим. Да. Оу. Да. Окей. Что ты чувствуешь, как бы я имею в виду Арниська? Черт! Она явно прошла этот тест. Да, я думаю, так и есть. Хорошо, как делишки? Хорошо, у тебя как? Меня зовут Томми. Я в порядке. Приятно познакомиться с тобой. Мне нравится твои татуировки. Спасибо. Эй, ты чертовски крутой. Спасибо. Ты хочешь понюхать или прикоснуться ко мне? И то, и другое. Вот тогда давай. Черт возьми! Кто создал тебя? Что? Моя мама, в чем дело? Спасибо. Благослови тебя Бог. Здорово. Как твои делишки? Откуда ты? Я из Кубина. Кубин? Ты там родилась? Да. Черт возьми. Да? От тебя так пахнет? Да, я знаю, я брызнул спереди и сзади. Окей. Черт, это реально вкусно пахнет. Я знаю. Черт. Слушай, ты можешь на 30 часов повернуться? Тебе нравится это? Мне это точно нравится. Это даже не обсуждается. Привет, как ты? Хорошо, а ты? Хорошо. Как тебя зовут? Я Анна. Анна. Приятно познакомиться с тобой, Пам. Теперь пришло время теста на запах. Хорошо, давай. Окей, окей. Да или нет? Да, нет. Хорошо. Да. Да? Да? Скип, я скипаю. Очень жаль. Привет, друг. Здорово, здорово. Как у тебя дела? Хорошо, у тебя как? У меня все хорошо. Меня зовут Стакс. Приятно познакомиться с тобой, Стекс. Итак, что? Давай пройдем тест на запах. Давай-ка. Окей, окей. Я знаю, что у меня есть такое тело, я маленькая. Нет, маленькие тела все еще могут поквитаться. Ну что ж, она хорошо пахнет, хорошо выглядит. Она явно проходит. Привет. Здорово. Мне нравятся твои зубы. Спасибо. У тебя реально красивые зубы. Мне нравится твое платье. О, спасибо. Мне повернуться? Повернись-ка. Да, сделай это еще раз. Да, есть в этом что-то. Да, откуда ты родом? Я из Майами. Меня зовут Синтия. О, нормально, нормально. А тебя как зовут? Памп. Памп? Да. Давай-ка понюхаем тебя. Скажи мне, вкусно пахнет? Давай. Что это за тип духов? Валентина. Это который розовый, да? Не, это коралловый. В этот раз я ошибся. Она проходит. Она пахнет хорошо. Привет. Как тебя зовут? Сиэра. Сиэр-Си. Откуда ты родом? Я родилась и выросла в Нью-Йорке. Нью-Йорк? Нью-Йорк, ты знаешь, там витают деньги. Нормально, да. Да. Давай-ка посмотрим, как хорошо ты пахнешь. Ну давай, расскажи мне. Я думаю, это окей, хорошо. Окей, окей. Да. Да? Да? Не буду врать, она реально хорошо, хорошо пахнет. Хорошо. Ты проходишь. Продолжим позже.
Эй, здорово. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Туджи. Туджи? Откуда ты? Я родом отсюда, из Майами-Дейв. Майами-Дейв? Из какой части? Я из Гринвуда, Альпеда. О, крутяк. Нормально, нормально. Давай-ка посмотрим, как у тебя пахнет. А могу я потом понюхать после тебя? Да. Тебя приятно пахнет? Подожди, подожди. Да, это хорошо пахнет. Ладненько. Она проходит. Привет. Как ты? Хорошо, а ты? Хорошо, хорошо. Мне нравятся твои зубы, у тебя красивые Спасибо, зубы. Спасибо, у тебя тоже. Спасибо. Откуда ты? Я из Палм-Бич. Как тебя зовут? Не, Фелис. Не, приятно познакомиться с тобой. Мне тоже приятно. Хорошо, давайте проверим, как ты пахнешь. Давай-ка. Ладно. Все хорошо? Да. Это действительно хорошо. Итак, смотри, Памп, мы только что закончили первый раунд. И как тебе он понравился? Это было круто. Это было круто? Чё, есть что-то, что тебе понравилось? Да. Ты задашь каждому вопрос из этого списка. Понимаешь, о чем я? Поговори с ними и сделай вывод. Кому ты скажешь да, а кому нет. Хорошо. Оставляю тебя первую девушку. Привет. Здорово. Ладно, давай. Так, что же тебя отличает от всех остальных девушек? Я бы сказал, что это моя трудовая этика. Она является чем-то особенным. Твоя что? Моя трудовая этика. А, окей, окей. Да. Я это уважаю, уважаю. Да. Все хорошо. Она это проходит. Хорошо. Хорошо, спасибо. Черт возьми. Привет снова. Здорово. Я чувствую себя немного более расслабленной теперь, когда ты не собираешься обнюхивать меня. Да. Так что теперь мы можем наладить нашу связь. Да, так и есть. Хорошо, так какая же у тебя любимая поза? Моя любимая поза? Честно говоря, мне кажется, очень банально сказать раком, но мне просто нравится быть по-настоящему покорной. Так что я не особо готов к этому вопросу. Окей, окей, мне это нравится. Ну так какая у тебя в итоге поза, если пришлось выбрать одну? Честно говоря, раком, наверное. Это приятное ощущение, когда тебя тянут за волосы, ты выгибаешь спину, опускаешь ее низко, и все такое. Да, хорошо. Ладно. Какому человеку ты позвонишь в первую очередь, когда будешь пьяна? Честно говоря, это моя мама. Я набираю ее каждый раз, когда напиваюсь, и бегаю по кварталу, пока она не ответит. Я буду говорить всякую чушь своей маме, так что... Никогда никакому парню, никогда. Да, я собирался спросить об этом. Никогда. Это вранье. Вранье. Нет. Я имею в виду... Привет, папочка. Здорово. Ты скучал по мне? Конечно. Итак, ты проверяешь чужие телефоны? Зависит от того, насколько я беспокоюсь о тебе. Но в целом. Раньше я этого не делал, но если я почувствую, что мне что-то не нравится, наверное, я сделаю. Окей. Понимаешь? А ты? Мне не очень нравится проверять чужие телефоны. Оцени свой выкину от 1 до 10. Она не из этого мира, я думаю, 100. Да. Да, это так. Да, это хорошо. Ты когда-нибудь дралась с девушкой или парнем? Не, я так не делаю. Никогда? Леди так не делаю. Хорошо. Я бы никогда... А ты раньше когда не дралась с кем-нибудь? Ко мне пытались подойти и подраться, но я такая... Не, я не такая. Так что ты никогда не видела своего соперника в клубе там? Нет. Нет? Я просто уйду оттуда. Это того не стоит. Окей. Я слишком сильно ценю себя, чтобы бороться за кого-то. Я просто уйду, и это будет твоей потерей. Ты потерял девушку с высокой ценностью. Хорошо, я уважаю это. Она хороша. Она проходит. Что самое токсичное, что ты когда-либо делала? Только по-настоящему. Самое токсичное, что я когда-либо делала, это... Вытаскивал свой пистолет на нигеров. Оу! Черт возьми! Хорошо, хорошо. Была ли на то причина? Да нет, не особо. Они просто играли, и я как бы... И я поступила глупо. Так что я просто должна была с этим разобраться, как... Я хотела быть гангстером, поэтому вот что я сделала. Сначала он вытащил тебя, а потом ты на него, или как? Нет, я вытащила первой. Да, но ты же понимаешь, что это сделано для того, чтобы успокоить ситуацию просто. Я напуган. Я это не уважаю. Привет, друг. Здоров, здоров, здоров. Как ты? У тебя есть какие-то вопросы ко мне? Ты балуешь своего партнера? У меня нету партнера. Но если бы он у тебя был, ты бы его баловала вообще? Да. Хорошо. Это да. Это все? Ты никогда не портила жизнь никому из своих бывших? Смотри, я покупала путевки, машины... Я многое делала. Делала много глупостей, даже, может, слишком много. Да, это да. Да? Да. Хорошо. Что для тебя значит шлюха? Ну, если ты занимаешься любовью с несколькими людьми одновременно, если ты лжешь своему партнеру, это множество разных вещей, которые показывают, кто ты есть на самом деле. А ты конкретно что думаешь? Наверное, когда ты занимаешься любовью. Наверное, это основное. Любовью я имею в виду секс. Потому что если говорить, это одно. Ты можешь говорить все, что угодно, но то, что ты делаешь, это главное. Хорошо. Это хорошо. Привет, как дела? Здорово, здорово. Что самое безумное ты делала на публике? Мне кажется, сейчас... Я думаю, это было, когда я пела Джастина Бибера на сцене с какой-то знаменитостью, а потом упала и ударилась головой. Так это да или нет? Нет. Хорошо. На самом деле, ладно, я думаю, да. Хорошо, ты умеешь готовить? Да, я итальянка. Что ты готовишь? Все что угодно, я могу приготовить все. Например, филе миньон. Мое фирменное блюдо, это, наверное, лазанья.
Мой водочный соус тоже хорош. Хорошо, окей. Я готовлю свичи немного. Свичи? Найс. У меня получается очень даже вкусно. Свичи, это она проходит. Как дела, банда? Нормально, нормально. Ты любишь подчиняться или доминировать? Я чувствую, что во мне сочетается и то, и другое. А, окей. Это мой лучший ответ. Но если пришлось выбрать что-то одно. Если спрашивать меня, знаешь, когда наступит светлое время, мне кажется, что я люблю и то, и то. Например, когда парню нужна женщина, которая доминирует в каком-то дерьме, знаете, иногда им нужно просто сидеть, сложа руки и подчиняться. И я знаю, когда мне нужно играть ту роль, а когда ту. А, окей. Да. Я знаю, что нужно делать и что должно происходить. Понимаешь, о чем я? Хорошо, нет, это хорошо, это правильно. Ты проходишь. Прохожу, окей, спасибо. Безумие. Что бы ты предпочла, верного, но бедного, или изменщика, но с баблом? Я предпочла верного, бедного. Я уважаю это. Тем более, я сама могу заработать денег, я как бы хаслер. Оу, да. Это да, это правда, это хорошо. Здорово. Здорово, здорово. Какой твой вопрос? Я так думаю, вопрос в том, как ты относишься к сексу в первую ночь. Хорошо, я... Извини, извини. Я не возражаю, но только если как бы атмосфера прикольная. Понимаешь, чем старше я становлюсь, тем больше мне не нравятся вот эти всякие авантюрные выходки, я как да, бы... Да, конечно, ага. Понимаешь, я люблю приключения. Да. Поэтому так что... Это зависит от обстоятельств. Я не собираюсь заниматься этим в первую ночь с каким-то прям вообще незнакомым парнем. Да, поэтому... Короче, нужен правильный вайб. Я тупица, но я помешан на энергии. Энергия, да. И все такое. Я вижу тебя сквозь твои очки. Я единственное знаю, что я вижу твои глаза сквозь очки. Привет. Хорошо, она проходит. Хорошо, спасибо. Конечно. Что есть такое, о чем никто о тебе не знает? Боже мой. Я имею в виду, что на самом деле у меня нет особых секретов, но я думаю, что люди думают, что я сумасшедшая, но я на самом деле очень застенчивая. Я вроде как тихоня. У тебя, наверное, есть кнопка переключения, типа. О, да, я как будто психопатка, но на самом деле я очень спокойная. Хорошо, ты проходишь. Хорошо. Увидимся позже. Хорошо, так, ты когда-нибудь изменяла? Да. Черт. И что ж ты делала потом? Оставалась мразью и возвращалась обратно, пока я снова не насытилась. Ни о каком возвращении быть не может, понимаешь? Я уважаю это еще больше. Типа того. Я скипаю. На что ты смотришь, прежде чем написать? Первое, прежде чем написать в соцсетях. На что я смотрю? Почему бы тебе не сделать первый ты шаг? Ты не делаешь первый шаг? На самом деле, я никогда не делал первый шаг. А что ж ты делаешь? Я просто телепатически говорю тебе, что ты мне нравишься, и обычно мужчин притягивает это. И честно, я даже не знаю, как сделать первый шаг. Я не знаю. Как бы ты хотел, чтобы женщина сделала первый шаг? Я не знаю. Я не пишу в директ. Никогда не писала. Так ты никогда не писала парня в директ? Нет, честно говоря, я не... На что ты смотришь, когда парень делает первый шаг в твою сторону? Хорошо, да, я собирался к этому как раз перейти. Я думаю, я ищу мужчину, у которого есть амбиции, который много добился в жизни. Мужчина, который будет заботиться обо мне. Я действительно помешана на фитнесе, лично саморазвитии, так что мне нравится, когда мужчина соответствует мне, понимаешь? Хорошо, окей, она проходит. Спасибо. Ага, как сейчас? Я уже боюсь того, о чем ты меня сейчас спросишь. Я слышала некоторые из этих вопросов. Если бы ты увидела меня где-нибудь и захотела познакомиться, что бы ты сделала? Я думаю, что я просто подошла бы к тебе и сказала «Привет». Я бы сказала «Привет, как тебя зовут?» Окей. На самом деле, я обычно никогда так не делаю, не буду лгать. Нет? Нет, на самом деле, я не такая. Ты не дружелюбный человек? Нет, я дружелюбная. Дружелюбная, но ты не подойдешь и не скажешь «Привет». Да, только если я не пьяна или что-то в этом роде. Хорошо. Она проходит. Так, какие у тебя запреты в отношениях? Мне все равно, я не запрещаю ничего. Что ты имеешь в виду под этим? Например, если чему-то суждено случиться или не случиться, то это так или иначе произойдет. Уважаю это. Но нет. Не-не. Была ли ты в полиаморных отношениях? Нет, я бы не стала. Я не верю в это. Что это такое, типа как свингер или что? Это что-то типа многоженства, понимаешь? А. Да, например, когда у тебя несколько жен, и ты делишься со всеми ими. Но нет, я не согласна. Нет? Черт, нет, да. Ты прекрасна, но... Итак, все в порядке, панк, теперь они зададут тебе несколько вопросов, то есть вы поменяетесь. Привет. Здорово. Здорово. Тебе нравятся хорошие девочки или плохие девочки? Мне нравятся хорошие девочки. Хорошо, у меня есть плохой вопрос. А, хорошие девочки. Это зависит от обстоятельств. Да? Я имею в виду, что нет плохой девушки или хорошей какой-то. Да, ты даже не знаешь, что такое полиамория. О чем ты говоришь? Ты даже не знаешь, что такое полиамория. Ты такой маленький моногамный парень. Что значит это слово? Моногамия, ты не знаешь? Я потерянный. Моногамный, это когда с одним человеком. Я имею в виду да, но нет. Нет. Я поняла. Разве это весело? Хорошо. Разве это весело? Слушай, ты когда-нибудь занимался любовью с девушкой и говорил «Ишкери»? Хорошо, смотри, одна девушка заставила меня это сделать. Это было один раз. Ты реально сделал это? Да. Это было очень давно. Она заставила тебя сделать да. это?
Я просто вцепился ей в ухо, втянул ее волосы. И потом ты это сделал? Да. Прямо в самом конце это сказал. Вау. Да. Это горячо. Хорошо. Так что ты думаешь, ты остаешься или уходишь? Ты создаешь такой саспенс, напряжение. Да? Да. Хорошо. А, мне нужно сказать. Да. Я думал, он мне. Хорошо, так вот. У меня на теле нет ни одной татуировки, а у тебя, кажется, есть несколько, да? Расскажи мне свои любимые и почему. Вот это дерьмо набил прямо здесь. Это Пикачу с двойной чаркой. Хорошо. Это был просто этап из моей жизни. Да? Пикачу, это твой любимый покемон? Да. Да. Хорошо, ты знаешь, мне нравится это. Я сама девочка покемон, так что я скорее девочка девятихвостка, но ты знаешь, Пикачу это круто. Хорошо, у меня есть один вопрос к тебе. Какой самый ценный урок ты извлек из прошлых отношений? Ты вообще извлекаешь что-нибудь? Просто живите своей жизнью. Не будьте, бля, слишком строги к друг другу, понимаешь? Хорошо, мне нравится это. Мне это нравится. И последнее, какой твой язык любви, например, понимаешь? Например, прикосновение, оба. Отдача. Я думаю, оба. Тебе нравится отдача? Мне и то это нравится. Да. Отдача и прикосновение друг к другу. То есть тебе это нравится? Внимание со стороны твоего партнера. Да. Да. Хорошо, мне это нравится. Мне тоже нравится это. Мне это нравится. Мне нравятся твои ответы. Ты рассчитываешь добиться этого на первом свидании? Этого... Да, но нет. Если все идет правильно, то да. Ты плачешь на первом свидании? Или делишь чек пополам? Не то, не другое. Что это значит? Типа сотрудничество с рестораном? Не, я не думаю, но я имею в виду, мы просто расслабиться можем. Это было бы правильно, правильно? Хорошо. На самом деле, это не вопрос про свидание, но какая твоя самая дорогая покупка, которую ты совершил? Самая глупая? Ну, самая дорогая. Самая дорогая? Наверное, я заказал кровать на пляж. Хорошо, папочка. У папочки есть деньги. Если мы поменялись с тобой телами, что бы ты сделал в первую очередь? Подожди, если бы я был девушкой? Нет, если мы с тобой телами поменялись. Оу, чувак. Слава богу, что бог не создал меня девушкой. Я бы свихнулся нахрен. Ты будешь сказать, что я буду делать всякую херню или что? Не-не-не. Черт, я должен оставить тебя явно. Хорошо, я остаюсь. Я не из ФБР, так что у меня два вопроса. Что бы ты хотел съесть, потому что я люблю готовить? И нравятся ли тебе твои волосы, потому что я могу их исправить за 2 секунды? Да, хорошо, вот, мне нравится стейк, наверное, какой-нибудь. О, мне тоже. Я ненавижу кровавое мясо. Никакой крови. Я просто ненавижу кровь. Это не странно, хорошо? И... Что тебе еще нравится есть? Я люблю какую-то здоровую еду, там, куриная грудка или что-то типа того. Так что, да. Что там был за второй вопрос? Второй вопрос это он, нравятся ли тебе твои гребаные волосы? Оу, да. Я сделал бы это примерно за 2 секунды, примерно. 2 секунды всего. Она сошла с ума. Я сошла с ума. Я остаюсь? Я остаюсь. Ты остаешься? Так точно. Хорошо, мы остаемся. А, я самая странная вещь, которую ты когда-либо делал. Странная в каком смысле? Ну, самая странная. Секс в самолете. Прям в самолете. Это был приватный самолет? Не, это был обычный самолет. К черту эти приваты, знаешь ли. О, мне нравится это. Какое твое самое любимое место для путешествий? Где тебе больше всего понравилось? Бали, Австралия. О, это хорошо. Да, я остаюсь. Привет, друг. Здорово, здорово. Хорошо, итак, у меня есть несколько вопросов к тебе. Какой у тебя знак зодиака? Я лев. О, черт, нет. Что? Прости. Хорошо, подойди сюда. Ще. От него пахнет лосьоном, ребят. Я шучу, это хорошо пахнет. Хорошо, мой следующий вопрос. Каким должно быть твое идеальное первое свидание? Делай все, что оно захочет. Все, что я захочу. Эй, подожди еще раз сюда. Обними меня. Быстренько давай. Мне это нравится. Да, я остаюсь. Все хорошо? Да. Хорошая энергия. Приветик. Так, давай, теперь мы поднимаемся на новый уровень. Хорошо, мой вопрос заключается в том, что делает женщину хорошей женой. Пара вещей. Оставаться дома, не слишком много общаться с своими девчонками, готовить, убираться. Да. Это все. Хорошо. А потом парень просто обеспечивает весь дом. И ей не нужно ничего делать. Так и должна быть. Да. Хорошо, я согласна с этим. Я остаюсь. Эй. Как у тебя дела? Все хорошо. Привет еще раз. Так вот, я не знаю, как сформулировать свой вопрос. Но с богом, я так и не поняла пока что. Почему ты такой горячий? Тебе нужен кто-то, кто погладил бы тебя. Так, мой вопрос заключается в том... Как думаешь, у тебя большой? Подожди, я понимаю. Как ты думаешь, это так? Как ты думаешь?
Есть только один способ узнать это. Ты прав. Хорошо, так что, да, я задам получше вопрос. Ты считаешь, что он большой или нет? Как ты думаешь, каждый раз, когда ты делаешь это с девушками, это всегда то, что и должно быть? Да, они получают больше, чем ожидают. Хорошо, хорошо. Я согласен с этим. У меня есть еще вопрос. Я типа невысокий чувак, они думают, что... А, не, я такого не думаю. Но... Я вижу, что это короткие шорты. Мой следующий вопрос заключается в том, сколько раз ты ешь в день. Не, я отвечу. Не, ну просто это такой вопрос, а идея. Я пытаюсь понять, ты ешь столько, сколько тебе нужно. Ты понимаешь, о чем я? И как, например, какая твоя любимая еда? Например, я люблю еду, я жадная. Ты понимаешь, о чем я? Так что ты знаешь, сколько раз ты в день ешь? Наверное, я... И сколько раз ты пытаешься. Хорошо, так вот, я ем, наверное, 2 раза в день. 2 раза? Ты перекусываешь между ними? Да, потому что я просыпаюсь, иду прямо в спортзал и пью протеиновый коктейль. А какая твоя любимая этническая кухня? Я с Ямайки. Понимаешь, WhatsApp. Так, какая твоя любимая этническая кухня? Я имею в виду... Мне нравится азиатская еда или что-то типа того. Да, мне тоже нравится азиатская. Хорошо. Наверное, я не очень люблю колумбийскую. Колумбийскую еду? Послушай, я вырос с доминиканцами из Пуэрто-Рико. Так что я люблю... Послушай. Слушай. Я остаюсь. Ты тоже. Йоу. Здорово, здорово, здорово. Хорошо, итак, мой вопрос заключается в том, считаешь ли ты себя гангстер-рэпером или цивилизованным рэпером? Я считаю себя бизнесменом. Так что, типа, ни то, ни другое? Я бизнесмен и математик. Понятно тогда. Как будто я только что сочинил прекрасную музыку, я не пытаюсь ничего изобразить. Хорошо, я просто спрашиваю за татуировку и всего такого. Татуировки. Хорошо, я думаю, я ухожу. Итак, у меня есть 2 вопроса к тебе. Мой первый вопрос заключается в том, какие... Человеком ты являешься, когда никого нет рядом. Мне нравится этот вопрос. Я спокойный человек, спокойный. Просто я люблю повеселиться, делать обычные вещи. Но я умею быстро переключаться. Хорошо, а что тебе нравится делать для развлечения? Выходить на улицу. Что, стой, позволь мне перефразировать. Казино. Чем ты занимаешься в свободное время? Типа, например, вот я тусуюсь в свободное время. А ты что делаешь? Я же в казино, там, играю в видеоигры. Как будто я не слишком часто ухожу на улицу. Хорошо, следующий вопрос. Есть же все твои татуировки и все такое, знаешь, я татуировщица. Ты бы сделал себе еще одну татуировку, или у тебя уже нету места? Не, у меня есть. Хорошо, хорошо, я остаюсь. Окей, давай, погнали. Если ты смог изменить что-то в этом мире, что это было и почему? Я бы изменил гребаного президента. Я п***ю Джо Байдена. Нам нужно, чтобы Трамп вернулся. Этот человек дыра в дерьме. W Трамп. Я прошел с Трампом весь гребаный путь. У меня он даже набит, смотри. Ты сделал татуировку с ним? Вуаля. Хорошо, да, этот парень. Красавчик просто. И ладно, мой последний вопрос. Какое самое качество, которое женщина может иметь в отношениях? Ни готовка, ни уборка, другое. Просто верность. Так как мы проходим через это все вместе. А как же уважение? Уважение, конечно, это сводится к верности. Просто остается на месте. Окей, хорошо, я остаюсь. Хорошо, давай так. Я начну с того, что давай рассмотрим, как ты реагируешь на конфликты в отношениях. Что ты имеешь в виду под этим? Ну, например, ты с девушкой, а потом вдруг вы, ребята, не согласны с чем-то, и она бесится. Как бы ты отреагировал? Я бы остался спокойным, если честно. Просто спокойно? Да, молчание убивает все. О, боже. Хорошо, хорошо, хорошо. Если бы ты был собакой, какой? О, немецкая овчарка. Почему? Потому что у меня их 8. У тебя их 8? Хорошо, мне кажется, что я только что видел твою белую собаку на видео, или что-то в этом роде. Да, у меня 1 хаски, а также 7 овчарок. Мне было интересно, была ли это белая немецкая овчарка или нет. Но в любом случае, да, хорошо, круто. Это были мои единственные вопросы. Я останусь, если ты хочешь. Конечно. Хорошо. Ты обманываешь или получаешь что-то обманным путем? Нет. Никак нет. Да. Уходи, уходи. Хорошо, прежде чем я задам тебе вопрос, я хочу тебя понюхать. Я ничего не чувствую. Тогда скипай. Мне это нравится. Это хороший запах. Хорошо, итак, мой вопрос таков. Если тебе нравится девушка, как бы ты ей показал тебе, что она нравится? Просто показал ей. Ну как? Я имею в виду, что мне нужно узнать ее получше, да. Верно? Я не знаю, как показать, просто... Я даже не могу это объяснить, понимаешь? Я просто делаю это и все. Я думаю, я остаюсь. У меня есть вопрос. Какой? Я нравлюсь тебе? Можем ли мы просто... Могу ли я просто победить? Просто скажи им, чтобы они ушли. Понимаешь, здесь нужно принять трудное решение. Тебе нужно больше, чем я? Просто меня тебе недостаточно? Нет, поверь мне, боже мой. Еще раз повернись-ка. Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас, но... Я понимаю. Сохраняй это в тайне. Не-не, послушай. Сохраняй это в тайне, мне нравится это. Хорошо, итак, мой вопрос был таков. Если что, это все на твоем усмотрении. Я понял тебя. Итак, слушайте, мы добрались до этапа, где ты будешь выбирать 5 девушек. Тебе нужно будет сделать непростой выбор.
Давайте посмотрим на всех девушек, которые у нас есть в этом списке. Поймайте, о чем я? Пока он принимает решение. Да, у него глюбы одновременно повернутся на 360 градусов. Понимаете, о чем я? Вау. Хорошо, вот так, все круто. Итак, смотри, выберу пятерку, которая останется. Кто из них вам понравился больше? Раз, два, три, четыре, пять. О, значит, вот и все. Ты выбрал, то есть, те, кто тебе нравится, да? Ладно, мы будем критиковать его выбор. Мы ценим каждого из вас. Итак, смотрите, вы с ним просто общаетесь, у вас типа свидание, но у вас есть всего лишь 30 секунд. Вы все поняли? Вы все готовы? Выглядит так, будто пришли сюда в комплекте. Да, так и есть. Дайте мне две порции. Да, это два в одном. Привет. Здорово. Чем ты занимаешься каждый божий день? Каждый день? Я просто хожу в спортзал и занимаюсь изо дня в день. То есть ты работаешь очень продуктивно, да? Это первое, что я делаю каждый день. Итак, когда ты просыпаешься утром, что ты делаешь в первую очередь? Даже если ты подходит медленно, типа ты включаешь телевизор, или что-нибудь другое, прикасаешься к моему телефону, я узнаю, не ограбил ли меня кто-нибудь. Значит, первое, что ты делаешь, ты прикасаешься к моему телефону, да? Да, это. А потом отправляюсь прямиком в зал. У нас должна быть целая минута. Да, окей, продолжайте, продолжайте. Давай представим, что мы с ней просто тусовались, и что же мы будем делать? Мы просыпаемся утром. Да, мы просыпаемся утром. И что ты делаешь с нами сегодня? Она пытается... Что мы делаем с тобой? Я спонтанный, я, наверное, захочу потусоваться. Приключения там. Джейси, я потом. Я проснусь завтра и буду такой, типа, я отправляюсь в Орланд в парк аттракционов, так что... Ой, нам нравится это, нам нравится. Эта минута была великолепной, спасибо. Я действительно не знаю, что сказать, так что... Как у тебя дела сегодня? Хорошо, просто потрясающе. Да? Да. Как ты себя чувствуешь, когда все эти девушки здесь? Это просто потрясающе. Это что-то обычное или как? Для тебя. Как бы да и нет. Как бы да и нет. У вас осталось 8 секунд. 8 секунд. Да, можешь передавать микрофон. Я собираюсь поддержать этот микрофон в течение последних 8 секунд, даже если мы не разговариваем. Не, я просто шучу. Хорошо, я так сказал, что от меня хорошо пахнет. Ты хотел бы узнать, какова я на вкус? Оу. Подожди, подожди, подожди. Я не ослышался или как? Подожди. Скажи это еще раз. Ты сказал, что от меня хорошо пахнет. Да. Ты хотел бы узнать, какова я на вкус? Когда? В любое время. Хорошо, тогда зови меня, папочка. Конечно. Ты сказал, что ты спонтанный, тебе нравятся приключения. Например, ты бы спрыгнул с самолета. Да. Да. Ты бы сделал это со мной? Да. Ты бы подайвил со мной? Да. Хорошо, это круто. Тебе нравится путешествовать? Это все, что я делаю. Это все, что ты делаешь? С каких стран ты побывал? Я уже потерял счет, больше 50 точно. О, я никогда не встречал никого, кто был бы похож на меня в этом роде. Okay. Мне 38. Какой твой любимый? Мне нравится Австралия. Так вот, Австралия, реально, клянусь богом, я еще не был так крут. Таиланд. Я совсем забыл про Таиланд, да, Таиланд это круто. Я совсем забыл о Таиланде, это просто безумие. Да. Че там, как ты, братан? Что ты подумал, чувак? Итак, что мне нужно сделать? Типа, выбрать? Да, тебе нужно выбрать. Выбирай одну, два, три, сколько хочешь. Твое дело. Как бы делай, как чувствуешь, понимаешь, чувак? Я выбираю всех. Окей. Итак, он сказал, что ему нравятся все вы. Я так и знала. Она сказала, что ей нравится Австралия. Она из Австралии. Да, она из Австралии. Для видео он, как понимаете, может выбрать даже 5, если захочет. Ты хочешь выбрать 5? А почему бы и нет? Кому-нибудь не нравится это, можете уйти. Возможно, сегодня вы сможете замутить что-то вместе. Вы понимаете? Он выбрал вас всех, или как? Жизнь — это фильм. Он выбрал вас всех. Так что вот так вот, понимаете? Ты был австралий, но ты был внутри австралийца. Оу, пока что... Я пока не был. Пока не был. Пока не был он. Хорошо, так вот, все согласны с этим выбором, да, или как? Да, не против поделиться. Эшкере! 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 Давайте-ка посмотрим, как вы все выглядите вместе. Подойдите все сюда и давайте сфоткаемся. Эшкере! Окей, увидимся в следующем переводе, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, добавляйте комментариям эшкери, если досмотрели до сюда. Да, я чуть пропал с этим видосом, решил растянуть его на 2 недели, не знаю, возможно, я бы и за неделю управился, но получилось вот так. Скорее всего, видосы также будут выходить раз в неделю. Всем пока!